В пятницу 9 сентября в зале администрации района состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. Присутствовали глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главы сельских поселений, врач-нарколог Центральной районной больницы Каплан-Лиев, заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский, начальник полиции Айдемир Шхахутов, директор ДЮСШ Азамат Агиржануков рассказал о работе детско-юношеской спортивной школы Кашхабльского района по организации профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в комиссии ПДН. У нас в спортивной школе занимается 1194 человека, детей. Охват по всему району. 1194. С каждым годом это количество у нас увеличивается. Вы, как знаете, во всех поселениях района имеются спортивные площадки. Это 1194 детей ограждены от употребления наркотиков. Количество занимающих молодежи сейчас увеличивается, так как, вы знаете, введено в эксплуатацию очень хороший городок ГТО в первой школе. В нашем парке тоже есть такой же городок, где вы можете увидеть занимающихся спортом молодежи. Каждый год вот, совместно с управлением ФКС спорта проводится спортивное мероприятие «Спорт против наркотиков». Спортивная школа всегда помогает управлению ФКС спорта в проведении этих соревнований. Вместе с ПДН дети, которые стоят на учете, тоже проводятся соревнования между этими детьми каждый год. Глава района, в свою очередь, отметил, что подобные спортивные площадки для сдачи ГТО будут установлены во всех общеобразовательных школах. По программе ГТО, софинансирование района, естественно, мы в этой программе будем участвовать. Мы получили один комплект, поставили, естественно, в самом большом населенном пункте в райцентре. В дальнейшем во всех среднеобразовательных школах. Далее о проводимой работе по профилактике и предупреждению злоупотребления наркотиками в муниципальных образованиях Ходзинской, Игнатьевской и Герухайской сельских поселениях доложили главы. В завершении главам поселения обратился председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Вместе с МВД все-таки дальше продолжать проводить эту работу по борьбе с наркоманией. Стараться, чтобы открывали действительно секции, чтобы молодежь куда-то ходила. Они где-то не слонялась, не сидела нигде, не собиралась, занималась спортом. Ну и проводить беседы с родителями и в школах, и во всех заведениях. По итогам заседания антинаркотической комиссии приняты соответствующие решения.